сейчас мы проезжаем по современной площади Ленина, перпендикулярно реке Ака стояли торговые прилавки. Они здесь были по всем улицам. Были проложены улицы, за главным торговым домом проходил огромный подковообразный канал, это была тоже вода, по которой ходили лодочки. А вот сейчас вы видите памятник вождям революции, памятник Владимиру Ильичу Ленину на высоком постаменте. Это площадь Ленина, которая здесь возникла в 70-е годы. И в начале 80-х была построена вот эта высокая гостиница, которая называлась у нас гостиница «Центральная», которая принимала всех, кто приезжал железной дорогой. Сейчас она сменила свое название, называется по-иностранному «Мариенс Парк Отель». Но «Центральная» как-то мне больше нравится. Thank you.
если вы подойдете вот к этой елке и посмотрите внимательно, то увидите свое отражение на всех шарах. Не можете